Всем привет, акула! Ты знаешь, что отличает крысу от акулы? Крыса никогда не поставит лайк и не будет подписана на канал. Вот. Только самые крутые акулы подписаны на канал и ставят лайки постоянно. Так что выбирай себе, кем тебе быть. А мы приступаем к видео. Нас вот сразу закинуло. Это знак, кстати. Не Гарда факт, это может играют. Просто там не фловая биби. Гарда пишет, чтобы ты донат чекнул. В смысле? Я не знаю. Давайте на ничью, парни, на ничью. Да нет, так они играют, они крутятся, потому что мы крутимся. Нет, да какой это снайп, 100%. Нет. Пик. Да. Ну пусть скрин тогда сделают, что меня выиграли. Да какой, не-не-не-не, биби, давай гемы возвращай. На базу. Не, можем на ничью по приколу. Если вы на стриме, да. Ребят, если вы на стриме, то киньте втроем смайлик какой-нибудь. Любой смайлик, киньте втроем. Давай, вот. Короче, о, давайте так, давайте на ничью по приколу сыграем. Да. А, не собирайте гемы, пусть. Выбейте с меня гемы. Убейте, пожалуйста. Убейте. Убейте Привяка. Не возьмите только гемы. Байрона, убейте, убейте Байрона. Байрона, убейте, алло. Убейте его, пацаны, убейте, убейте. Дайте, короче, я... Все, не собирай. У меня катка, пацаны, я не могу играть. За меня сейчас бот будет. Пацаны, соберите немного гемов, кто-нибудь из вас. Соберите гемов. Нам надо собрать... Я не быть. Нам надо собрать, смотрите, чтобы 14-14 было. И потом последний не брать, последний не брать. Да. Только надо Санкса как-то угомонить. Он сейчас начнет воевать. Убейте его, ребята. Да, только вам надо кольта. Смотрите, вам надо кольта убивать. У нас за кольта бот играет. 6-6. Давайте 7-7 делаем. Давайте, да, по одному гему, по одному гему. Санкса убивайте сразу. Вот он. Не залагало. Да, только кольта убивайте. У нас кольт выходит, он в кустах стоит сейчас. Вы на стриме можете видеть. Он вот он. Да, убивайте его. Блин. Все, не собирай гемы, им надо два гема взять. Да-да. Меня ты не убивай. Убейте Санекса. Воль, давай за родину. Тихо, пожалуйста. Так, дайте сейчас мы возьмем 10-й. Все, следующий выберите. Санекса угомоните. Убивайте кольта, убивайте кольта. Ну он один, ребята. Хорош, биби. Так, все, дайте мне 11-й. Все, теперь ваш. Да меня за что? Давайте мы гений, Игорь. Так, пусть они, теперь мы должны взять. Угомоните Санекс. Убивайте, убивайте его, убивайте. Теперь мы должны взять. Отойди, Биби. Ух. Блин, главное, вот смотри, если за него бот подойдет, да. Чтобы... На контру обоссали почти. Так, Биби, подбирай его гем. Главное, чтобы этот бот не взял, ну, гем не взял, и чтобы, ну, короче, нам нужно не трогать последний гем. Короче, я беру гем, а вы берете гем. Стоп, дай. Все, и потом мы не подбираем. Все, последний не берите гем, отойдите от респавна. Отойдите все. Отойдите, не берите его, не берите. Хорош, пацаны. Блин, да. Биби взяла. Биби, ну тебя хорошо. Стой. Бля, 10-10. Короче, все, мы выиграли, убегаем. Ну, там Биби взяла, я не знаю, она может не на стриме, там надо было, чтобы Биби отошла от респавна. Жесть, мы шаурму на кубке обманули. Мы контру выиграли. Нет, ребята, можно сделать ничью, смотрите, если одна команда соберет 14, вторая соберет 14, и последний самый гем не брать, у вас будет одинаково, время выйдет и все, и катка закончится.